Всем снова здравствуйте, снова с вами снова неинтересный кол. И с вами мы посмотрим вторую карту игры стадо против Versus, Viaduct. И пока я тут начинал свой рассказ, Реклюз уже дропнул Убер. И как-то это произошло очень быстро, стремительно. Дикер так и не включал до сих пор, и точка все еще за командой Versus. Все преимущество есть у них. Как я понимаю, проиграли центр, потом решили вернуться с Убером и потеряли Реклюза, который сейчас меркает за команду стадо. Ну что еще можно сказать? Надо опять копить Убер. Вот сейчас, как я понимаю, они стоят... Да, стояли на аптеке, пытались на Реклюза аркадить, но не получилось. Аллигатор вот сейчас. Аллигатор должен полететь в аркаду, хоть зажечь хотя бы, потому что... Им нужно хоть какое-то преимущество. Стоят, они даже не копят, они просто стоят. О, да, вот это была ошибка, стоять так против трекера. Трекер у нас известен тем, что он неплохо попадает на лане, и он доказывает это своими... Еще один хедшот от трекера по скауту. Рубикон пытается чем-то ответить, но его сразу же контрят. Прилетает к нему солдат и не дает ему ничего сделать. Решили в этот раз покопить на респе. Ну и теряют много времени на этом, на неудачных выходах. То есть два раза уже убили Реклюза и, как я понимаю, они еще ни разу не включились. И им надо что-то делать. Им нужна какая-то аркада. Вот аллигатор, как я понимаю, летит и получает хедшот. Нет, это был Фиши, и... Ну, тут без шансов было для Фиши, потому что его смотрел и снайпер, и там, и связка хорошо его смотрела. Он летел уже на низких хп, на маленьких хп. Рубикон, пробегая мимо, получает будишот от трекера. Трекер на этой карте, по-моему, попадает все, что он хочет. Реклюзы врубают, и команде стада ничего не остается... Кроме как вот попытаться запушить, что ли. Фиш попадает, такой небольшой аэршот, но толку от этого не особо много. Потому что все равно центр контролируется Версусами, и тут вряд ли они что-то смогут сделать. Не хватает вот какой-то аркады, какого-то там снайпера от Рубикона, выстрела. То есть Дикер так и не умирал. И очень в одну сторону идет этот матч. На Виадукте, конечно, сложнее получать очки, чем нежели на Гулевоше. И поэтому это 1-0. Ну, вот так. Ну, стадо ничего не показывает. Реклюз с медиком. Урбикон с скаутом. Фиши с алдом. Прот. У них должен был играть прот, но вместо этого... Вот, трекер еще раз выдает. Трекер на этой карте делает все, что он хочет. Он просто делает все, что хочет. Не дает Рута уйти, трекер, и очередной хедшот. Да, все именно так. Опять проиграл. Это старая шутка про Рута, которая распространяется уже и на всех, которые опять проиграл. И... Ну, вот ребята ничего не могут сделать. Они не могут даже Убер накопить. Они теряют Реклюза. Они не могут какой-то минус сделать. Вот Рубикон взял снайпера, но вряд ли он что-то сможет сделать. Да, вот он может выстрелить хороший один выстрел, но для этого ему придется много сделать промахов. У него сразу выходит скаут и минус Рубикон. Может быть, Фиши что-нибудь попробовать сделать. Они потеряли рут еще. Ну ничего, пока только прошло 45 секунд сначала. И вполне есть шансы вернуться в игру. То есть вот сейчас вот можно забрать солда. Ну, вот тут АМ Фиши подвел. То есть... Не получилось у него попасть по солду в такой ситуации, хотя ситуация вроде была несложная.
Я сейчас уверен, сейчас либо Реклюз умрет. Нет, все-таки решил врубиться заранее. Выбежали они как-то сумбурно на центр с одним солдом. И, собственно, больше-то, собственно, ничего. Я... Неважно. Взяли они все-таки центр, я это пропустил пока тут со всеми разговорами. Трекер выдает еще один хедшот, просто безумный. Трекер становится, по-моему, с каждым разом все лучше и лучше. То есть, с каждым ланом. Вот не попадает по Рубикону. Или кто это? Да, это был Рубикон. Быстро его забрал подонок. И собирают сразу же, 20 секунд только дали подержать центр. И сразу просто разворачиваются и забирают центр обратно. Реклюз только... Треснулся, у Дикера уже 45, ну... Опять же, нужен какой-то минус или убер раньше. Трекер в два бодишота забирает Рубикона. Ну, вряд ли они смогут что-то сделать, если у них до этого не получилось. Хотя вот сейчас убер... Можно супер... А, даже так, вот смотрите, у них криты. Сможет ли рут затащить? Давайте посмотрим. Давай, рут. Заряжай. Ну, вот сейчас надо убить Дикера. Обязательно надо убить Дикера. Критовый стикой. Где Дикер? Где Дикер? Где Дикер? Он слева где-то стоит. Стику налево. Слишком долго ждали. Трекер успел забрать Реклюза. Слишком долго ждали. Надо было врубиться очень намного раньше. Поэтому они теряют Убер, теряют надежду на победу в этом раунде или хоть на что-то. 110 секунд, и да, это 2-0. Остается, скорее всего, останется только один раунд на этой карте. Да нет, они очень дерзко выбегают на центр. Триклюз пытается запилить, но ему Стив отвечает бутылкой. На что как бы у него не осталось ответов, и да, это 2-0. К сожалению. Давайте посмотрим с рутом. Реклюз опять взял криты или их даже не убирал, наверное. Если да, если они смогут реализовать криты, то вполне будет все хорошо. Потому что и криты раньше накопятся, и можно убить всех, например. С эймом рута должно быть все хорошо. Но все равно тут много возникает проблем. Тимплея и вот, например, тот же трекер. Все полетели в аркаду. Кто куда, потеряли реклюза. Дикер остался жив. Связка уходит направо, рут пытается догнать кого-нибудь. Кидает банки почему-то не в медика, не в связку, а вот почему-то куда-то наверх. Не получилось разменяться. У Дикера теперь будет убер. У реклюз только реснулся, и поэтому сейчас точку обратно отберут версусы. И собственно, а да, даже Хэвика взяли. Подонок на Хэвике, врубает Убер. Руту надо убегать. Рубикон там делает минус 2 тем временем. Несмотря на все. Стреляет, отчаянно стреляет в Убер. Погибает, и сейчас точку возьмут версусы. И я думаю, они продержат ее до конца. Но при этом у Реклюза уже 50. Рут живой. А, вот, да, и Стив обошел сейчас связку и просто заспамил банками и попал в Реклюза. И Реклюз помер. Теперь уже надо попробовать еще раз реализовать криты, только если. И попробовать убить Дикера, потому что больше шансов, больше вариантов нету. Трекер опять снайпером, посмотрим, что он нам еще покажет. Пытается рута Ну вот да, это был легкий выстрел. Рут даже не сопротивлялся особо. Тут легкий хедшот для трекера. Ну и время идет. Убер копится, конечно, у команды стада, но все-таки руту надо затащить. Обязательно руту надо затащить, чтобы хоть как-то развернуть игру в этом матче. Хочет даже джампнуться. Врубает криты. Хэвик идет фокус, как я понимаю. Рут мало чего попадает.
переключает Uber, ничего не получается у второго, у солда, и да, тут аллигатор не справляется с Анаком. Анак убивает и убивает реклюза, и в это время трекер продолжает раздавать, делает минус 2 в этой драке. Какие-то там крики со стороны то ли стада, то ли версусов. Мне кажется, это были стада все-таки, и это был Рубикон. Давайте будем надеяться, что Рубикон все-таки что-то сделает. Продолжает контролировать центр. Остается минут 10 секунд, и ну тут мало что может сделать. Прошла аркада. Не очень удачно, потому что они все-таки саркадили по одному. Реклюза только 40%. И, ну, наверное, в следующую жизнь Рубикон нам покажет, что он умеет. Но Рубикон просто в такой ситуации скауту тут сложно что-то сделать, потому что надо кого-то перестрелять или же выбежать на кого-нибудь так вот хорошо, удачно, чтобы так сбоку, чтобы не было никого видно. Да, умирают почти все, но прожигают Убердикеру. В это время Реклюз и Рут сейчас будут уходить с Убером, и посмотрим, что у них из этого получится. Обычный Убер поменял скритов все-таки. Остается 30 секунд, и самое время, да, врубает заранее, чтобы не получить хедшот от трекера. Что-то там Рубикон кричит, все норм. И да, не забирают, потихоньку-потихоньку забирают точку. Рубикон героически пытается забрать точку. Дерется один на один со Стифом. Ну же, Рубикон! Убегает на низкий хп. Мало. Надо добить. Рубикон, давай. Да, и добивает Стифа. Этот просто ошарашивающий момент. Все-таки выиграл эту дуэль против Стифа Рубикон. Ну и тут же погибает. К сожалению, да. К сожалению, зрителей. 5 секунд всего лишь. 5 секунд надо продержать точку версусом. Они могут, да, вот просто так накатом пойти и взять. Вроде бы еще стоят на точке, но поддержать связку некому. Вот где-то скоты рядом бегают, но это все. Вот, тяжелые появились. Погибает Фиши. 80 у Реклюзы, 80 чуть-чуть побольше у Диггера. И... Говорят, не наберет. Ой, на Реклюз аркад 95, и... Да, Реклюз разбивается, к сожалению. Рут умирает на своей банке, причем в это время. Ну и да. Все пошло не так у команды... У команды стада. О, Стив попадает. Неплохой аршот. На мувик, так сказать. И да, это 3-0 GG versus